Вже відзавтра у Кривому Розі почнуть працювати три експериментальні трамвайні маршрути. Зокрема, швидкісний трамвай тепер ходитиме до Новокриворізького комплексу АМКР. Як відомо, з минулого року у нас в маршрутній сіті були змінені зміни, що стосується маршрута 4М скоростного трамвая. Його він став тепер комбінованим. Часть маршрута пролягає по скоростной лінії, часть по городской. Значит, он успешно показал свою работу до Южного горнообогатительного комбината, поэтому было принято решение, есть потребность и для работников НКГОКа, поэтому было принято такое решение в экспериментальном режиме продлить его тоже в комбинированном режиме до этой остановки. Поэтому, я думаю, маршрут 3М будет иметь достаточно хорошие показатели успеха у жителей, будет востребован. На этом изменения не заканчиваются. Маршрут номер 3, он у нас был условно с цементного завода до улицы Украинской. Значит, с завтрашнего дня он начинает свое движение до улицы Буковинской, до жилмассив Карачун. И с завтрашнего дня мы планируем также открыть новый маршрут, номер 27, по аналогии 25-го маршрута, который у нас движется с Югока на железнодорожный вокзал, Криворог главный. По этой же аналогии будет двигаться маршрут номер 27 с НКГОКа на Криворог главный.